Видите, друзья, отсюда начинается пешеходная зона. Именно здесь водители пытаются заехать. И именно тут они нас спрашивают, а где знак, а как он выглядит? Запомните, выглядит он именно так. И сюда нельзя заезжать. Это сказал не я, это сказали правила дорожного движения. А что будет дальше, давайте посмотрим. Там не могли бы вы машину убрать с тротуара? Уберу. Если дадите две наклейки. Нет, мы наклейки не даем. Не можем, не даем. Подарите на лобовое стекло, если вы не берете машину. Ну вы же нормальный человек, сразу. Мне нужно две. Ну, в интернете проще заказать, на самом деле. На самом деле, да, проще да. Заказать. Я просто видел, что здесь кому-то наклеили. Да. Я просто подумал, вдруг у вас есть. Нет, как нет, у нас они есть. Мало. Нет, мы клеим решить. Да. Причем тем, которые вот принципиально стараются там идти на конфликт и так далее. Может, если вам маленькие нужны, можете ваши они купить. Купить и от вас получить. От нас только на лобовое. Я не готов, ребят. Хорошего вечера, да. Взаимно. Заехали на тротуар, видите, все осознали свою ошибку и все уезжают. Вам придется тоже уехать. Знак вот сзади справа от вас, вы не увидели, наверное. А? А на кого похож? Я не знаю. Человек мужского пола, две ноги, две руки, туловище, голова. Видите, как все. Обычный человек указывает водителю на его нарушение и просит просто признать вину, улыбнуться и уехать назад. Все. Видите, как все просто? Так он на тротуаре, вы же здесь можете развернуться. Сдайте вы задним ходом, заезжайте сюда и разворачивайтесь. Слушай, вас так много, долбоёбов таких. Что еще раз? Вы проводителей? Убери вот этот. Ну ударьте, ладно, разрешаю один раз. Вот, я ближе подставил. Как хотите. Ай, не сбейте меня, тетя злая. Вот так вот по-доброму к вам, бабуль, а вы вот так вот спиной повернулись. Здравствуйте. И там дальше по дороге тоже. Какой инстаграм выложите? Вот этому персонажу мы лепим две, друзья, по той простой причине, что он не просто заехал на тротуар, он просто встал вот так вот посередине. Все, давай, он заслужил. Прям вообще, народ тебя даже не осудит, а только поддержит. Тихо. Зачем вы подходите? Нет. Сейчас мы вызовем полицию. Вызывайте. Еще ФСБ, ФСО, ГИБДД. Всех вызывайте, пожалуйста. Чтоб прям вот скопом. Девушка, здравствуйте. А вы... Я знаю, нельзя здесь стоять. Нельзя, да. Совсем нельзя, да. Ну я просто жду передать документы. Вот прям 5 минут. Можете куда-нибудь поискать место. Ну, вон там можете. Вон прям свободное место. Почему туда? Нельзя. Вам позвонят и сразу подъедете. Хорошо. Все. Хорошего вечера вам. Уезжайте. Да. Видите, какой молодец? Да. Да. Да, мы это оценили на самом деле. А мы наклейки вам предлагали, что мы сделаем наш рекламный гест. Вы хотели бесплатно наклейку наклеить? Нет, спасибо. Нет, и так красиво машинка видит. Видим, да. Нет, спасибо. Плохо. Конечно, наклейки на две еще. Ну вот. Вам же все равно, парковая правильно? Зона. Магазин на 3 минуты отошел, ну еще. Секунду, есть парковочные места, а есть тротуар. Вы на тротуаре. Вы не правы.
Здравствуйте, общественное движение Стопхам. На тротуар заехали. Я знаю. Уезжайте. Хорошо. Спасибо. А я там проеду? Нет, назад. Нет. Только назад. Хорошо. Вы еще есть? Мы еще как есть. Вы, видимо, не поняли, просто если вы сейчас уйдете, мы вам наклеим стикер на лобовое стекло. Что? Ну, будете очень долго его снимать, полчаса минимум. Они крепко садятся, тем более погода позволяет. Что вам делать нечего им. А вам? Ну, как что? Вы считаете, вот нормально парковаться на тротуаре? Ну, вон прохода, смотри, сколько много. Ну и что? Ну, на правящей части тоже места много. Давайте я по правящей части ходить буду. Ну, здесь нельзя парковаться. Ходить там можно? Ну, я вот пешеход, давайте я буду по правой части ходить. Ну, придумали специально вот дороги для водителей, пешеходные зоны для пешеходов. Давайте каждый на своем месте будет оставаться. Во двор заедьте, ну вот 2 метра проехать, блин, там места полно. Говорили. Спасибо. Вы же пассажир. Ваше имущество стоит на тротуаре. Его не должно. Слушайте, вот все люди одинаковые, это понимаете? Сейчас да, не трогайте меня вашими руками, пожалуйста. Чем, вы лучше, не чем меня. Вы лучше других? Объясните, дайте наклеечку, пожалуйста, другой мне. Чем вы лучше других? Это просто ужас. Да, это ужас. Вот это ужас. Машины, вот это нельзя парковаться. Что, я на 5 минут выйду на проезжую часть, бегать по ней буду? 5 минут? Ну это же немного, да? Это нормально с вашей точки зрения? Есть проезжая часть для машин и тротуар для пешеходов. Давайте каждый будет на своем месте. Скажите, что мешаемся и так далее, и все. А зачем он вообще вас бросил? Даму бросил на тротуаре и еще это. А вы как себя ведете? А вы на человека бросились с кулаками, это нормально? А почему он бросается на мое имущество? А почему вы ваше имущество оставили там, где его быть не должно? А вы не спрашивали, почему у нас тут парковка теперь стоит по 150 рублей? Это вот разбирайтесь с теми, кто эту парковку организовал. Вы, не разбираетесь? Вы водитель, вы автомобилист, это ваша проблема. Потому что это ваша проблема. В смысле, с более слабыми? Мы со всеми потому разбираемся. Что у вас не хватает сил. Нет, вот есть наша зона ответственности. Мы пешеходы, тротуар – это наша зона ответственности. Если вас, ваши права как водителя как-то ограничивают… Я и пешеход, я вот. И так. Ну, замечательно. Я есть? Уже вышла, подойди, пожалуйста, хватит забирать там, не знаю, что-то надо забрать. Поэтому вы заняли одну единственную гражданскую позицию, ее совершенно оставить. Верно. Не повод, больше, не повод ущемлять права одних. Не рассматривать. Слушайте, я ваши права ущемляют, и вы поэтому ущемляете права других людей. Это нормально? Ваши права ущемляют, и вы ущемляете права других. Это не ваше право. У вас нет права здесь парковаться. У вас нет права здесь парковаться. У вас нет права снимать меня. Есть право. Нет, да. У вас нет конституционное право. Есть. Покажите, достаньте, скажите. Откройте конституцию, собирайте информацию любым законным способом. Найдите, молодой человек. Я же вас не трогаю. Я заберу вас. Чего вы шапку забрали? Я не знаю, она а он клеит особо. На мою машину какую-то наклейку. Она не особо много стоит. Заберите вашу шапку. Да я вам ее дарю. Мне не нужно, отклейте это. Заберите, вам надо погреться. Вы думаете, то, что люди, которые ездят на машине, они не ходят пешком или что? Да, я думаю, если что вы как человек, который ходит пешком, тоже обязательно увидите. Если я увижу обязательно это в сети, на нашем канале. Да, на вашем канале. И вы знаете, чем это закончится? Чем? Рано или поздно, ребят, мне кажется, конечно, что вас расстреляют, правда. Все, я вижу ваши аргументы такие же сильные, как аргументы остальных, там, я не знаю, 100 тысяч людей, которые через это уже прошли. Как мозги старшеклассников при юношеском максимализме. Хорошо. А зачем вы припарковались? А вас предупреждали? Водителя. Ну, и а вас предупреждают, что вы уйдете, вам наклеят. Ты предложил потому девушке нет, сесть за руль? Нет, я предложил стране. Вам я уехать, заявление. Покинуть тротуар. Господи, пишите. Пойдем, я вам помогу, просто сделите. Видите, у вас даже помощники появились. Ну, я напишу заявление. Ребят, вы на этом районе не работаете? Зато... Хорошо. Слова-то какие красивые, знаете, черти, мудаки, мы все услышали. Пошли вон отсюда. Заканчивайте срать, понятно, ушли вон отсюда. Руками не трогайте камеру. Так вас еще вот снимают. А вы трогали вас мою машину, а я не могу потрогать вашу камеру. Я вашу машину не трогал. А как надо, научите нас.
Мне нравится, как стоит один большой черт и называет всех чертями. Я в шоке. Хорошо, хорошо. Хорошо. А? Еще раз. Ты черт! Ну, ты черт! Тихо. А что ты подходишь-то ко мне? Ты сейчас понимаешь, что? Давайте вы не будете. За базар хочешь? А, ешкин кот, как так некрасиво получилось. Еще раз что? Я сказал, что ты черт. Ну все, ну вот видишь. Вот видишь, как. Ты сам, ты герой, ты выбрал роль героя. Я врач, бля. Ты врач? Ты врач? Вылечи себя, пожалуйста. Я не знаю. Все, до свидания. Где ты работаешь, врач? Вот я не знаю, медвежью услугу сделал себе просто. Я не знаю, как еще сказать, пошел. А следы не остаются? Нет, следы не остаются. Ну а как это обтирается? Ну, водичкой, скребочком стирается. Нормально, да? Да. Спасибо, друг. У меня концерт через полчаса. Я желаю, чтобы у тебя тоже в твоей жизни были такие я же. Я считаю, что когда ваши права будут нарушать, ну, вы это, их также защищали. Это просто это понты с твоей стороны, пиар. Я не знаю, у меня через полчаса концерт. Ну вы бы прошли, потратили лишние 2 минуты. Из-за тебя я на него не успею. Вы бы 2 минуты потратили. Я тебе искренне желаю, чтобы какая-нибудь гадость у тебя произошла в ближайшее время. Хорошо. Вам спасибо. Пожалуйста, Лев. Он, кстати, вас обманул. Он обещал помочь, в итоге он хотел драку устроить. Может, потому что ты ему в глаза прыснул. Ты об этом не думал. Но он же драться пошел. Вот этот человек, который снимает на камеру, сейчас запрыскал в глаза клеем человеку, клеем? Который пытался отклеить наклейку. Хорошо. Это нормально вообще? Хорошо. Человек и драться полез. И ты почитай полез. Книжки, договорились, пожалуйста. Договорились, договорились. Ты что-нибудь читал вообще? Кроме конечно же нет. Ну, а вы еще решили, что я Конституцию читал, если я вообще ничего, ничего читал. Не читал? Ну так да. Ты почитай. Вы знаете, вот в книжках иногда пишут, что происходит, есть цель. Понимаете? Так какая у тебя вот цель? Все, что... Нет, я сейчас объясни про вас мне. Говорю. Объясни ну, меня... мне, какая у тебя мы цель? Мы сейчас о морали будем, о нравственных каких-то вещах говорить. То, что ты наклеишь наклейки людям на мы должны машину. Друг друга слышать, вы не понимаете? Я понимаю. Вы сейчас, конечно мне. Же, можете сказать, просто, какие мы бездельники. Мы не читаем книжек, и у нас меня. Нет образования. Людьми, но я пытаюсь донести... Своего все, видите? Круто, мужики.